сарвадхарманам паритяжа мамекам саранам бхаджа ахам там сарвапапибхьо мокшайишвами масуча. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told, Гауди Гоштхипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что если вы сами возьмете на себя свои обязанности, то гуру вайшнавы в этом случае не помогут вам. Если вы сами свои обязанности возьмете на себя, то гуру вайшнавы они ничем не могут вам помочь. И вот первое, если мы по-настоящему преданы гуру вайшнавам, то в этом случае мы можем получить какие-то советы от них, божественные знания. Если мы не можем поверить им, и мы не преданы им, то в этом случае мы и не можем надеяться обрести дивья-гьяну, божественное знание от них. Много раз я уже говорил, что Бхагаван Шри Кришна перед Арджуной Бхагаван Шри Кришна говорит такие слова перед Арджуной, и на самом деле Арджуна, он великий воин, и мы не можем надеяться, что какие-то плохие качества могут быть в его сердце, но все же Арджуна показывает такую склонность, как будто какая-то слабость сердца появилась в нем, хотя он великий воин, но все же сейчас ситуация, я уже говорил о ней, он развил какую-то слабость сердца, из-за которой он не хочет сражаться. И вот можно вспомнить, что ситуация, в которой Арджуна находится сейчас, она очень опасна, поскольку Арджуна смотрит в обе стороны и видит, что там его друзья, его отцы, деды, зятья, внуки, правнуки, они все находятся на стороне его врагов и готовы начать сражение. И в этот момент Арджуна начал сомневаться. Он думает, что ему не нужно сражаться. И так много аргументов он приводит к Кришне. Можно вспомнить, я говорил в предыдущий день о них. И вот также Махарадж говорил о смешении каст, что неблагоприятно, и в этом случае большая проблема возникает. И детально я говорил об этом. И также о Дайва Варнашрам я говорил. Дайва Варнашрам, она очень важна, и мы должны также помнить, что Арджуна, он кшатри. Данам Ишвара Бхаванчо Хаттакарма Сабхаваям
И каковы обязанности кшатриев, они описаны там. Кшатрии не могут просто взять и уйти с поля боя. Это ниже их достоинства, это невозможно. И это обязанность кшатрия сражаться и оставить тело. Но все же он не может уйти с поля боя или прекратить эту войну в самом разгаре. И какова же проблема, возникающая от варна-санки, от смешения рас и варны-ашрамов? И вот если все старшие, они умрут, кто же будет вести нас? Они, у них есть какие-то ритуалы. А новенькие, они не могут узнать об этом. The purity cannot be maintained, and those who are going to leave very young batch, they cannot remember what is the roots relation there in our. So age-long caste tradition going to be extinct. At present, also you can see the situation of society. Сейчас современное общество дошло до того, что в нем не почитают старших. Некоторые даже не предлагают подношения своим предкам, думая, что это все ложно и что толку, поскольку материалисты, они хотят все проверить своими органами чувств, а то, что они не могут видеть своими глазами, они не верят в это, то, что они не видят своими органами чувств. They are going to disbelieve, they are going to disrespect our, you know, tradition in India, cultural tradition, everything. They like to ignore. They like to ignore our cultural tradition we have. We have some И вот в индийском обществе есть, в ведическом обществе, точнее, есть определенные традиции, но сейчас современные индусы не хотят следовать, а хотят подражать западной цивилизации, есть, пить и наслаждаться жизнью. Enjoy yourself. That is the present problem. So, actually, и вот сейчас Арджуна говорит, если они потеряют уважение к своим традициям, то наши предки некому будет предлагать этим предкам подношения, и таким образом предки могут отправиться в ад. И те, кто не следует своим семейным традициям, Арджуна говорит, я слышал из Писания, что они попадают в ад навсегда. И поэтому один за одним Арджуна приводил аргументы к Кришне, поддерживающий его нежелание сражаться. И вот он говорил, что это наши, мои родственники, как я могу сражаться с ними, даже если мы победим, то что толку от такой победы для них?
we are going to get property. If you are giving property, at the same time, if I send you to a, you know, very lonely place, there's no. То есть ради них мы накапливаем богатство, и что толку, если дать кому-то богатство и отправить в ссылку на какой-то необитаемый остров? Что человек будет делать с этим богатством? В Упанишадах говорится, душа, она находится внутри наших детей, поэтому мы любим их. Душа внутри нашей матери, поэтому мы любим нашу мать. И он в сердце нашего друга, поэтому мы общаемся с друзьями. Но если эта душа уйдет, то что толку? И поэтому в Упанишадах говорится, что мы делаем все. То есть мы делаем все для наших членов семьи, мы чувствуем какие-то обязанности по отношению к ним, к родителям, к детям. Все эти души, они чувствуют, что у них есть какие-то связи с своими родственниками, поэтому они что-то делают для их блага. Но если мы умрем, то кто поможет нам? Ни отец, ни мать, ни друзья, ни враги, никто не отправится с нами. Мы одни бесконечное число времени, и это мы не можем осознать, мы не можем почувствовать это, что бесконечное число времени мы находимся в одиночестве, и душа, как она, как рождается, так и умирает одна. Ни дети, ни мужья, ни жены, ни друзья, никто. Душа, она одна. Она путешествует по этим всем 14 мирам. Но все же у нас есть какие-то желания в нашем сердце, поскольку у нас есть материальные привязанности. Но сейчас ситуация такова, что Арджуна, он хотел игнорировать, оставить свои обязанности. Может, кто-то подумает, что у Арджуны вдруг милость проснулась в сердце. И как можно говорить, что это плохо? Он видит все его друзья, родственники на стороне противника, он не хочет с ними сражаться. Может, это милость в нем? Но можно вспомнить, что в нашем обществе также различные есть обязанности. У учителя, например, одни обязанности, у ученика другие, у дочери по отношению к родителям свои обязанности, у адвоката свои, у судьи свои. И вот, например, какой-то судья, например, очень мягкосердечный. И вот такой судья очень такой добрый, очень любит свою семью и даже не говорит никаких жестких слов перед своими детьми. Но все же нельзя надеяться, что когда он работает судьей, он свои обязанности не будет делать как следует. Если, например, кого-то посадили за какое-то убийство, и адвокат один обвиняющий, другой защищающий,
И когда вот доказали вину подсудимого, то этот судья, он должен смертный приговор вынести этому преступнику, что вот завтра утром его повесят. Но и мы не можем надеяться, что этот судья будет так же относиться к подсудимому, как к своей семье. Это его обязанность выносить приговоры. И таким же образом мы можем видеть, И вот в случае с Арджуной, вот Арджуна отказывается от сражения. Почему? Поскольку есть Дхарма Шастра и Нити Шастра. Есть Нити Шастра и Дхарма Шастра, два вида шастр. И то, что одобряется в Нити Шастра, иногда Дхарма Шастра, это же не одобряется. И вот мы убьем, и вот Арджуна говорит, мы убьем всех этих моих родственников, детей, внуков, дедов, отцов, чтобы получить контроль над этим царством. Those are guru, fathers, forefathers, grandfathers. So we are going to commit big sinful activities. That is the judgment. И вот Арджуна говорит, что если мы убьем их, это мы совершим грех. That we can go forward and think. Arjuna passing this kind of remark. И вот Арджуна отвечает. Апратикарам асастрам састрапанайо дхатурастаха рани ханну стальме кхематарам бхавеш. Если они убьют меня, то у меня есть оружие в моих руках, но я чувствую, что лучше пускай они убьют меня, чем я их. Я не буду их убивать. Я не хочу сражаться. Поскольку я чувствую, что это нехорошо, это будет, я думаю, что это будет грех, если я буду сражаться и убью своих родственников. И вот Санджай, который рассказывает обо всем, что происходит на Курукшетре. И вот Санджай говорит Дритарастре. He is developing some kind of, you know, soul, pain, doesn't like to fight. After speaking one by one argument, now Arjuna sit down
И вот Арджуна, когда высказал все свои аргументы, он сел в колесницу, отставил свой лук в сторону. He can look clearly what's going to happen. Consequence is going to feel consequence. Now actually you can remember. И вот можно вспомнить, я привел уже пример. Судьей. И у Арджуны также два чувства были в сердце. Первое то, что он кшатри, он должен сражаться, а другое то, что он мой гурудев, мой отец, мои деды, друзья, прадеды, внуки, правнуки. И вот эти два чувства у него были в сердце. Первое то, что он должен сражаться, второе то, что они все родственники. И вот особенно в сердцах обусловленных душ такое часто случается, что иногда они чувствуют вдохновение сделать что-то плохое. Как, например, в случае с Аджамилой. Аджамил, он не происходил из плохой семьи, он происходил из брахманской семьи, очень хороший характер имел, поклонялся шалограммам, имел уважение к отцу, к матери и мягкое сердце, каждый день арчану проводил, собирал фрукты, цветы и фрукты для поклонения Господу, но... Так или иначе, я уже говорил. И вот у нас есть эти этические нормы какие-то, Naitik Charitra называется, что мы что-то такое, ну что-то вроде совести, можно сказать по-русски. И вот что-то говорит нам внутри, что мы должны делать, а что не должны. И вот даже в Германии один философ, Кант его звали, он говорит, что иногда, когда я хочу что-то плохое сделать, то в моем сердце кто-то говорит, что не нужно этого делать, а другой говорит, что нужно. И вот так дилемма, нужно или не нужно происходит, и если я вынужден что-то делать плохое, то после этого какая-то совесть, какое-то чувство возникает, зачем я это сделал, не нужно было этого делать. И кто это говорит во мне, зачем ты это сделал? Я не знаю, кто ругает меня, и кто этот, и Кант не мог сказать, а мы знаем, что это Параматма, Вивек. И вот у Арджуны также есть два чувства. И вот Арджуна пришел на поле боя лишь чтобы сражаться и засомневался в процессе. И вот он сидел и думал, что же делать. И Арджуна, он побежден перед самим собой. Он находится в унынии. И он передумал сражаться, что очень плохая ситуация, не передумал он сражаться, в общем.
Но также мы знаем, во второй части Санджай говорит, Твам татха крипая виштам асупурна кулекшанаха кулекшанам, sorry. Again I am reading. Твам татха крипая виштам асупурна кулекшанам виштам тамидам бакчам увача мадушурданаха. Now, Krishna крипая вишто is overwhelmed by Kripa, Kripa, there is two words. One is Daya. И вот есть два слова, Daya и Kripa. What is the difference between Daya? Какова разница между ними? Daya means, Daya значит, если мы находим какие-то слабости в ком-то, кто-то беден, например, кому-то что-то не хватает, если мы исполняем их потребности, это доя называется. То есть исполнять какие-то материальные недостатки чьи-то, ну, недостатки, бедность, в смысле, нужду, вот, нужду. А крипа, если мы видим кого-то, кто болен проказой, например, наше сердце, оно тает, но беспокоится, но мы ничего не делаем при этом, это крипа зовется. И вот сейчас... In front of Madhusudan, и вот перед Мадхусуданом, with eyes full of tears, с глазами полными слез, and overwhelmed by the present situation, in front of Arjuna, looking this. И вот перед Арджуной, который опечален этой ситуацией, full of, you know, dejection. И он полон уныния, и вот он, Кришна, начал говорить. Мадхусудан начал говорить. И вот, посмотрев на него, на Арджуну, который полон уныния, и вот Мадхусудан, Мадхусудан, Кришна, started speaking this way. И вот Кришна под именем Мадхусудана, также известен как под именем Мадхусудан, он начал говорить. И вот Арджуна не был еще готов к сражению. Я уже сказал, что если мы не преданы лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то тогда это знание мы не можем надеяться, что оно явится в нашем сердце. Верховный Господь, Он всегда зовет нас, Он хочет спасти нас всех. И вот Рамачандра говорит, если кто-то скажет, о Господь, я твой, и тогда это обязанности Господа, что Он спасет такого человека. It is my word. Это мое обещание, что если кто-то однажды скажет, о Господь, я твой, то Рамачандра говорит, что я спасу такого человека. И можно вспомнить случай с Бали и Сугривом. Without example, we cannot remember.
И вот Бали и Сугриф, они спорили, хотя Рамачандра уже сказал, что он поможет, но Рамачандра Сугриву не помогал. И вот Бали бил его, он был очень могуществен. И тогда он плакал и пришел к Рамачандре, что ты вот пообещал, что ты спасешь меня, но смотрю, ты ничего не делаешь. И Рамачандра засмеялся. Иди прими прибежище у Лакшмана сначала, и такова система, нельзя ко мне, не, нужно прийти через достойного посредника. И вон он пошел к Лакшману, и Лакшман, он принял его, и тогда Рамачандра смог спасти, принял его. И такова система. Даже Рамачандра говорит, что говорит об Арджуне. Арджуна говорит, что ему не нужно ни богатство, ни социальный статус, ни царство. Пускай они убьют меня. Я хочу быть лучше, я буду нищим, буду жить на подаяние. Это лучше, чем убивать своих родственников. И вот Арджуна, он кшатри, но он все же вайшнав. И у него не было никакого желания обрести какую-то собственность нелегальным путем, поскольку вайшнавы, их сердце полностью довольны всем, где бы они ни были, они всегда чувствуют, что они находятся во Вриндаване. Можно проверить настоящих вайшнавов. Их нельзя привлечь ничем. Я видел настоящих вайшнавов не только в нашей сампрадае, также в других. Вот в Варанаси я видел одного Сидда Махатму, Рамайни Баба. Он меня очень уважал. Он не был с нашей сампрадае, но он был настоящим вайшнавом. И вот он ачарья, но когда бы он не встречал меня, он всегда давал мне какую-то одежду, какие-то пранами. Я ему говорил, что вы ачарья, а я нет, нет, он все равно насильно давал какие-то пранами мне. И вот однажды к нему пришел какой-то богатый человек, большое пожертвование принес. И Махарадж сидел, харинам повторял, и человек какой-то пришел, поклонился ему, дал ему ящик с деньгами, спросили, что это такое, на это вот пожертвование для вайшнава севы. Махарадж даже не прикоснулся к этому, сказал отдать вот куда-то в другое место, даже не посмотрел, не посчитал, сколько там. А сказал бы вот отдать туда. Я видел в моей жизни Гурдев, например, он был настолько отречен с Америки, кто-то приезжал с большим пожертвованием, давали это Гуру Махараджу. Гуру Махарадж спрашивал, что мне с этим делать, но для служения возьмите. Гуру Махарадж прикоснулся к этому и очистил таким образом. Вот в случае с Кешава Госвами Махараджем я видел тоже, что Кешава Госвами Махарадж сидел у себя в комнате, и кто-то приехал с проповеднической этой миссии. И Кеша Махарадж спросил, и вот те пожертвования, которые собрали, они сначала предложили Кеша Махараджу, он прикоснулся к ним и назад отдал, и поскольку эти деньги какие-то нечистые, то мы не можем их очистить, а настоящие гуру вайшнавы могут, поэтому все пожертвования им нужно предлагать.
И также гуру вайшнавы не могут очистить даже каких-то плохих людей, как вот проститутку, например, как в случае с Харидас Такуром. Она находилась рядом с ним, и все ее помыслы, все желания, ее вся жизнь, она полностью изменилась. Она стала преданной. И это мой обет. Я принял обет, что если кто-то и вот это Кришна говорит, если кто-то предастся мне, скажет, что я твой, то Кришна несомненно защитит такого человека. И вот Арджуна, он кшатри, он должен исполнять свои обязанности, но без привязанности к результатам своего труда. И Рамачандра можно вспомнить, когда Равана был убит, то в то время Вибишана стал царем, но этот Вибишана, он просил Господа: «О Господь, я не хочу находиться на этом троне. Лучше ты займи его, я хочу отдать эту Шри-Ланку тебе, повелевай ею, я лучше буду за твоими лотосными стопами». И Рамачандра сказал Лакшману: «О, Лакшман, это золотая ланка, я не чувствую никакой радости от нее. Опи сармамай ланкям мои нарочате. I'm not feeling it yet. And speaking to Lakshman, Lakshman, Janani janma humischa sargado pi variyasi. I like to go back to India, Bharat. И вот Лакшман говорит, что я хочу вернуться в Индию, и мне не нужна эта ланка. Janani janma humischa sargado pi variyasi. Even heaven. Даже если кто-то даст мне совет или поможет мне достичь небес, то мне все равно они не нужны. Лучше я буду находиться здесь, и это все же хорошо для меня, поскольку если отправлюсь на небеса, то это может смутить меня, поскольку там много наслаждений, много преимуществ, и это может развить плохие привычки у меня, и лучше я буду находиться здесь, где нахожусь, и в один из дней я разовью непривязанность, отречение. И даже Рамачандра, он не заинтересован был повелевать ланкой. И перед Лакшманом он сказал так: он преданный Верховного Господа. И вот Кришна, он не... И вот Кришна не стал говорить Арджуне, что все правильно, он думает, а Кришна говорит то, что есть на самом деле. И вот Бхагаван, Верховный Господь, Шри Кришна говорит, мы должны помнить, что когда Арджуна говорит, и вот время от времени Арджуна зовет Кришну различными именами, вот Мадхусудан, например, Кришна, еще какие-то, и также Кришна зовет Арджуну также различными именами, и есть причина за этим.
Мы должны глубоко изучать глубоко эту философию, чтобы понять, что мы потеряны в этом материальном мире. И мы должны чувствовать это, иначе мы не получим вкуса. В картике, если я хочу обсуждать что-то особенное, мы должны глубоко погрузиться, понимаете, в океан, где мы можем найти какие-то драгоценные камни. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит: Кутоста касмаламидам висаме самапаститам анарджо джустам масарджам акритти карам арджуна. Откуда ты развил такое чувство? Это очень плохо. Откуда у тебя такое? А почему твое сердце покрылось невежеством? Но нельзя. Думать, что Арджуна находится не в невежестве, но он просто вынужден играть такую роль. И Кунти говорит, что мы подобно тому, что мы подобно тому, как какие-то актеры играют определенные роли, также мы в этой жизни, находясь на сцене этой жизни, играем какие-то определенные роли. Когда мы будем вынуждены оставить наше тело, то в следующую жизнь, если попадаем, то там другие роли уже. И также эти... Борцы за свободу, они Even he is not going to stay past the night with wife. Excuse me. Then fighting started. Махарадж прибил привозчик, если кто-то находится в движении борцов за свободу, если даже какой-то человек только женился, то если его позвали на борьбу за освобождение родины, и там его в процессе убили, то такое тоже может быть. You should have that kind of feeling, otherwise you are not a man. One Japanese team came in, you know, Varshana. He was talking so many things. We have never seen this kind of beautiful country like India. И вот однажды один японец приехал в Варшану, очень восхищался Индией, говорил, что это столь прекрасная страна, столь много сокровищ там, но одном. Но один недостаток, куда бы мы в Индию не... Где бы мы в Индии не были, находим недостаток единства, нету единства в Индии. Они не чувствуют никакой любви к своей стране. И вот мы должны думать. We should think. So now another question. So many people fighting with each other. Много споров на эту тему идет, что. Is joking? Why?
But that fighting already bugle was blown. Yes. Why? И вот такой аргумент люди приводят, что уже этот раковина, которая знаменовала собой начало битвы, уже прозвучала, и как это, сколько времени Кришна с Арджуной могли разговаривать, целых 700 шлок. Хотя уже битва началась, но они не знают, что Кришна, Он Верховный Господь, такие люди, которые приводят такие аргументы, они пашанди, у них нет веры в Верховного Господа, и поэтому они спрашивают, кто такой Верховный Господь. Вот одно из качеств. Ишвар, Верховный Господь, Он тот, кто может сделать все, что Он захочет. И он зовется Верховным Господом. Если мы хотим ограничить как-то Верховного Господа, то тогда это означает наше неуважение к Верховному Господу. Верховный Господь, Он вездесущий, всезнающий, всемогущий. И вот это возможно для Кришны произнести 700 шлок за такое короткое время, поскольку за это короткое время может бой начнется через 5 минут или того меньше, но Кришна может эти 5 минут увеличить до нескольких часов. Но это мы не можем чувствовать. Время, пространство и материя, они все взаимосвязаны и относительны. Можно видеть, что они только в этом мире так применяются, то есть они активны только в этом мире. Если мы достигнем мира Вайкунтхи, там это время, места и пространство они есть, но они помогают лиле. И вот эти время, места и обстоятельства, и пространство, они только увеличивают сладость лилы, они помогают Кришна лиле по указанию Йогамая. И вот можно вспомнить, как это было возможно. Что Кришна совершал Раса-лилу, и ночь Брахмы прошла за это время. А это огромное, гигантское количество времени. Но целая ночь Брахмы прошла. Но для Кришны и для Гупи это время, оно прошло незаметно. Они думали, что вот только начали Расалил, и уже конец, настолько сладко оно было. И те мужья Гупи, они под влиянием Йогамая. На самом деле, мужья все гопи — это Кришна. И вот, а вот такие эти мужья гопи, они думали, что их жены там дома сидят. Никуда не уходили, но
Ночь Брахмы прошла. Сапарсо стану, сану, сану. Эно, this слока. Ача. Now actually, Бхагаван Сикришна not и вот Бхагаван Сикришна не... Бхагаван Сикришна не... Кутаста касмала мидам вишаме сампаститам. Вишаме мин? Вишаме мин? Fighting going. Just now fighting going to start. Вишаме сампаститам. И вот перед началом войны, началом боя на Курукшетре, и вот Кришна говорит, что ты, если будешь действовать так, как хочешь, ты опозоришься. Эти арьи лучшие, они никогда не выражают такого умонастроения, откуда ты получил его, ты думаешь, как падшая душа. Это плохо, будучи в твоем положении, выражать такие мысли, что это такое. И так или иначе, ты не сможешь достичь даже рая, если ты не будешь исполнять свои обязанности, как ты можешь надеяться, что отправишься в ад, в рай точнее. И если на поле боя ты будешь убит, то ты попадешь в рай. И какие же обязанности кшатриев относительно варнашрамы? Ваше сердце должно быть очень велико, иначе вы неправильно поймете, что такое дайва-варнашрама. Очень внимательно. Риша Симха Риши, он родился от оленя. Дроначарья родился от сколчана стрел. Дроначарья, дрон значит колчан для стрел. Агастья Риши родился из этого горшка. И кто их отец и мать, как обнаружить? Но этот Риша Симха Риши был брахман, Агастья тоже был брахманом. Васиштха Муни тоже брахман, поскольку они являли качество брахманов. Это не шутки. Вы же вспомните, я уже говорил, что среди тысяч, среди сотни сыновей Ришабхадева 81 был брахман. Как это возможно, если он сам был кшатрием? На самом деле, с незапамятных времен, с Пауранья Юги. С незапамятных времен Индия, она была страной духовного развития, только в Индии варнашрама она была эффективна. Почему Индия так важна? Поскольку варнашрама дхарма она применима только здесь, нигде в другом месте. И вот однажды я могу объяснить все в деталях, подробно, чтобы вы все правильно поняли и не было никакого недопонимания. И вот Шукадев Госвами брахман, и кто? Шукадев, он лучший из парамахамс, что говорит о брахманизме. Брахманизм это очень маленькое в сравнении с Шукадевом. И вот мы научно должны понять этот, это. И вот Арджуна, я уже говорил, когда создалась такая чувствительная ситуация, и мы
будучи браманом, мы не можем поддерживать свою жизнь, то самый максимум мы, такие браманы могут опуститься до уровня кшатрия. А кшатрии, если не могут следовать своей дарме, то они могут опуститься до вайшев, но не ниже. И можно вспомнить, что обязанность Дроначарьи было поклонение. Он был браманом, но так или иначе Дроначарья, он стал подобен кшатрию. И Дроначарья, он действовал как кшатрий, хотя по рождению был браман, но все же вот исполнял обязанности кшатрия, и это не обязанности брамана сражаться на поле боя. Но это в манушастрах одобрено. И вот Кришна ругал Арджуну, что это плохо. Ты даже на небеса не сможешь попасть, если будешь так действовать, так думать. И вот Бхагаван, он имеет шесть достояний, вот Махарадж их перечисляет. И вот умонастроение Арджуны, оно никак не принималось Кришной. Кришна очень жестко ругал его. Парантапа, ты забыл, что твое имя Парантапа, когда бы Арджуна не... А если он с кем-то собирался сражаться, они чувствовали его могущество и не могли находиться перед ним. Ты тот, кто оказывает огромное влияние на своих противников. Ты можешь их напугать своим могуществом. И то, как ты себя ведешь, это недостойно. В этом обществе, человеческом обществе, можно найти каких-то... Каких-то людей, которые, ну, в Индии особенно, не мужчины, не женщины, из-за их кармы. В общем, наказали, что они и не мужчины, и не женщины. И вот Кришна очень жестко говорит, если говорить так кому-то, это буквально оскорбление. Proibyam masmadana parthaha. You are speaking like a cleave. Half man, half woman. You are speaking like they have no capacity, no power, no... You are speaking like this. Is it good for you to speak that way? Whereas your name is Parantapa? То есть Кришна говорит одно из твоих имен Парамтапа, и как ты себя ведешь? И не пытайся даже думать так. Then
it is not befitting for you. И это недостойно, такое поведение недостойно тебя. As it is khudram hridaya durvalyam durvalyam taktottishta parandam. It is very narrow, it is very very narrow heart your khudram hridaya durvalyam. You know hridaya durvalyam? One can weakness of heart. И это просто слабость твоего сердца. Try to leave it. И оставь, оставь все это и вставай. Khudram hridaya durvalyam taktottishta parantah. Get up now. This way. И вот таким образом Бхагаван Си Кришна говорит. You want to prove that you are having mercy, great mercy. И вот ты хочешь доказать, что ты милостив, но это не милость, это слабость сердца. When Krishna speaking so heavily, когда Кришна говорит так жестко перед Арджуной, Арджун почувствовал. Поскольку у Арджуны до тех пор он думал, что Кришна мой друг, у него не было представления о том, что Кришна Верховный Господь, его Гурудев, его Господь, и так долго с детства у них были дружеские отношения, он думал, что Кришна, он его друг. И сейчас Арджун говорит, ты говоришь так, как я могу сражаться? И вот Кришнам Ахам Санхе Дронанча Мадусудана Ишухи Пратиджасвами Пуджарха Пуджарха Варишудана. Е Варишудана Ишухи by one arrow. И как я могу убить таких, как Бишма, моего прадеда, деда точнее, Бишма. Как я могу сражаться с ними? Разве это хорошо для меня? Я чувствую слабость в моем сердце, и они поклоняемы для меня все время. Они поклоняемы для меня с самого рождения, когда родился, с самого рождения, и вот Бишма и прочие Дроначарьи, он позже появился, но все же у них и было, у них есть связь со мной, они должны быть поклоняемы цветами, чанданом, сандалом, должны, нужно приносить им распростертые поклоны им, а ты говоришь, сражаться, убить их, как это возможно. Так или иначе, это поклоняемые личности для меня, но как я могу с ними сражаться? This kind of just opposite thing, if I do, is it good? Arjuna giving this kind of argument. И вот Арджуна отвечает так. Кришна. И Кришна. Wanted to speak, but still. Хотел сказать, но не сказал, поскольку Арджуна not yet inclined. Не предался ему. Arjuna like to give. Арджуна он хотел что-то рассказать Кришне. До тех пор, пока мы спорим с Кришной и какую-то философию говорим, то толку от этого не будет. Будьте внимательны. Один пример. Бхагаватам, если мы обсуждаем Бхагаватам 12 лет, если значит, Бхагаватам долгое время займет, и хорошо, если мы оставим все свои дела, и как Сута Госвами или как Парикшит Махарадж будем слушать. Нет, это невозможно для нас.
Бхагаватам очень нектарно. И вот можно вспомнить, я сказал, что это было возможно для Нарады в прежней жизни получить наставление от великих риши и муни. Можно вспомнить, поскольку качество Нарады в у него были качества ученика. Там описывается, он не был таким чанчалом, беспокойным. Он был очень умиротворенным, у него никогда не хотел играть со своими сверстниками. И когда бы я не приходил к этим великим преданным, саньяси, старшим, я сидел спокойно, и у них была возможность говорить со мной. И те люди, которые хотят доказать свою, как сказать, свое качество перед Гурудевом, они этим и занимаются. И Гурудев не дает им наставления, они сами сидят и говорят, хотят доказать, что они великие ученые и прочее. Это глупость. И перед старшими преданными, перед великими личностями, Гуру Вайшнавами, мы должны молчать и ждать. Может, мы можем спросить какой-то вопрос у них, это достаточно. А если мы сами будем говорить, то Гурудев не даст нам, у него не будет возможности дать нам каких-то наставлений. И вот Арджуна говорит очень много, времени мало, и вот сражение должно начаться, и вот сейчас ты говоришь так, как это. И Кришна очень жестко начал говорить Арджуне. И Арджуна опять приводит аргумент. Маха-анубав, те, у кого есть большое сердце, те, кто ищут вечное благо для нас. Гуру, он всегда занят поиском вечного блага для нас. И вот те великие личности, лучше, если я буду жить на подаяние. И вот он говорит, что лучше буду жить на подаяние, чем убивать таких великих личностей. Вы знаете, какие-то люди настолько слабосердечные, что они хотят, они даже могут ограбить какую-то вдову. То есть, ну, мы видели примеры, что какие-то землевладельцы, например, могут отобрать последнего каких-то вдов и прочих обездоленных. И такой собственностью нельзя наслаждаться. Мы видели в нашей жизни, что кто-то отравляет какого-то старшего брата, чтобы захватить все наследство.
И такой собственностью невозможно наслаждаться, она пополна крови и прочих несчастий. You are going to give pain and snatch away all property from some poor person, innocent person. That kind of property he cannot enjoy. Now Arjuna giving this kind of Arjuna to Krishna. Дает, говорит Кришне, что если мы обретем победу, то мы должны думать, что это ну то есть если мы их победим, то это царство ничего хорошего не принесет нам. Как в вайшнавском этикете, например, нельзя получать пожертвования от каких-то богатых людей, поскольку у богатых людей есть склонность к наслаждению, а нужно принимать мадхукари. Мадхукари, они не оскверняют наше сердце. Мадхукари, значит, мы просим подаяние в качестве не в виде денег, а в виде продуктов. Кто-то дает муку, кто-то рис, кто-то какие-то овощи, и такова система во время Шрилы Прабхупады была. А сейчас преданные ведут себя как цари, это плохо. Вот Чатрапати Шиваджи был, он был царем Махараштры, очень набожным человеком был. Его Гурудев пришел к нему, его звали Рамдас, и вот он пришел к нему на собрание, и когда он увидел, он сразу стал симхасаны свои и принес свои полные распростертые поклоны, он сел у его стоп. И Гурудев сказал, ты хочешь осознать Верховную Личность Бога? Да, я хочу осознать ее, тогда оставь. Оставь все и иди за мной. Можешь ли ты? Да, могу. Он отложил свою корону, снял царскую одежду и пошел с своим Гурудевом. Обычные люди не могут сделать так, если мы попросим их оставить ваши деньги в банке, например, то редко кто сможет это сделать. Поскольку они думают, как мы можем жить дальше. Но Верховный Господь, Он может все. И вот так или иначе Арджуна, он приводит такой аргумент, что если мы победим, но все же, если мы убьем их, то сокровище, то богатство, которое мы получим после убийства своих родственников, то это будет подобно проклятию, мы не сможем прикасаться к нему. Я не хочу этим заниматься. И вот Питамаха Бишма говорит, о Пуруш, Дживатма. Кто Пуруш? Это Дживатма. Дживатма, она всегда стремится к дхарме, артхе, каме и мокше. К мокше причем очень редко. Дхарма, артха и кама. Дхарма и артха первое. Дхарма. Но дхарма это не имеется в виду не Бхагава дхарма, а какая-то обычная социальная дхарма и прочее. И артха. Питамаха Бишма говорит,
Artha not going to Artha, она... show their inclination to anybody. Artha is always. Она сама по себе, все души, они обусловленные души, они все ради Артхи готовы сделать все. Даже ради денег многие люди не готовы убить себя даже. Или то есть, некоторые люди даже самоубийство могут ради денег совершить все это. Ну, в Индии популярно, видимо, что кто-то идет к какому-то министру, как камикадзе, взрывает себя, а его семья получает за это какие-то деньги. И вот Арджуна, он приводил такой аргумент. И вот Арджун не мог решить, что ему делать, а что не делать. Он был растерян, и Баладев Видибушан, он комментирует это, но достаточно большие комментарии. Я кратко расскажу об этом, поскольку времени нету. Все комментарии изучать, но кратко я расскажу об этом. И вот Арджун растерян, не знает, что делать ему и что не делать. You should do, you should not do. So now actually, you can remember, и вот можно вспомнить, Кришна и Арджуна говорят, no, chaita vidmo tatarano gariya jadva jayema jadiva no jayeshu janeva hatya no jiji visham. Those are group of Dhritarashtra, группа Дхритараштра не стоят. At all we are going to get victory, or at all we are going to be defeated by them. И вот если мы победим их или будем побеждены, это плохо для нас оба варианта, поскольку так или иначе, если мы убьем их, я думаю, что это плохо, и не хочу жить после того, как я убью их. И вот, я не хочу жить после того, как я убью их, и я не знаю, что делать. Now actually, и вот Баладев Видибушан говорит, что Кришна, и вот Арджуна, ты кшатри, и для тебя недостойно жить на подаяние. И что же делать? Это лучше, чем дживхатя, насилие над другими живыми существами. Дживхимса. В вайшнава философии есть такой термин, как дживахимса. Все общество не может понять, что такое дживахимса. И Шрила Прабхупад был первый ачарья, который объяснил очень ясно в свете вайшнава даршана, что такое дживахимса. И глубокое значение этого слова оно дано Шрила Прабхупаде.
Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами говорит, никто перед этим не смог осознать, какое значение этих слов. И как, что такое дживахимса в нашем обществе, какой-то махарадж, например, есть, очень знающий, у него прекрасное поведение, но ничего не говорит никому, живет в Матхе, и не говорит другим, если они делают что-то неправильно, он не делает им замечаний, это зовется дживахимса. И это дживахимса, есть различные сампрадаи. В смысле, сампрадаи такие неавторитетные, какие-то апа-сампрадаи имеется в виду. Они такую ошибку совершают и не могут понять, что они совершают ошибки. Только и только Гауди Матхи, если вообще мы живем в Гауди Матхи. Многие люди живут в каком-то клубе или другом обществе, а не в Гауди Матхи. А как доказать, что мы по-настоящему находимся в Гауди Матхи, и мы из Гауди Матхи? Как можно доказать, что мы получили посвящение именно в Гауди Матхи, а не где-то еще? И вот смотрите. Шрила Прабхупад говорит, передо мной есть какие-то невинные люди, если я даю им наставление о дхарме артхи каме и не говорю о бхагаван-дхарме, то я совершаю дживахимсу. Мы думаем, что если кого-то ударить или убить, это дживахимса, это тоже дживахимса, но есть более глубокое значение, то есть просто насилие над кем-то, это Шрила Прабхупад в более глубоком значении это говорит, чтобы исправить все это общество. Я был вынужден говорить жестко, может быть, они неправильно поняли меня, но я был вынужден говорить так, чтобы позволить, дать им возможность начать Харибаджан, и поэтому я был вынужден говорить так жестко. Я не говорил каких-то ненужных вещей. У меня нет никакой ненависти к ним. Дживахимса не значит кого-то просто ударить. Может, это тоже дживахимса, но более в глубоком значении какие-то, например, эти майявади, которые проповедуют, они говорят о дхарме, артхи каме, но о мокше очень редко даже кто говорит. И вот часто говорится так, о том, что Кришна Бхакти, оно уж исчезло. То есть даже каплю бхакти, даже запах бхакти нельзя получить, поскольку бхакти оно куда-то пропало. Это очень опасно. И Махапрабху говорит, если кто-то говорит, о Кришна, я твой, то так или иначе Кришна, он хочет помочь такому человеку. Да. Кришна, он всегда хочет помочь спасти такого человека, но мы... Но многие говорят, мы каждый день повторяем Харинам, но
не видим помощи от Кришны, и как это, как получить вдохновение в этом случае. Кто-то совершает баджан, если мы совершаем баджан, мы, несомненно, получим ответ от Кришны. Я обещаю вам, сидя на Вьясасане, если вы совершаете настоящий баджан, ответ от Кришны придет. Но мы должны совершать харинам с огромной любовью, повторять все святые имена. И качеству мы должны стремиться. И с каждым святым именем мы должны чувствовать, что мы должны думать, что наш Гурудев дает нам наставление, наша Гурвага Упасанатана, Шрила Бхактивинода Такур, они дают нам наставление совершать харинам должным образом. Если мы будем повторять харинам так, то будьте уверены, вскоре все ваши анартхи, нежелательные качества, они все уйдут. Иногда, если мы нету сил у нас, то мы можем тихо повторять харинам, но обычно мы должны повторять харинам так, чтобы мы могли его слушать. Наш ум будет занят в Кришнанаме, язык в Кришнанаме и уши тоже. Devaman Bhakto, his speech also speaking, you can hear. So Harikatha Kirtan is the topmost bhajan mode. Harikatha и Harikirtan – это наивысший вид баджана. Когда я говорю Харикатху, у меня нет возможности думать о что-либо другом. Я всегда должен быть в связи, иметь связь с Гурудевом, с Шрилой Прабхупадой. Это мой основной баджан. И вот когда я говорю Харикатху, и это, я слушаю также эту Харикатху, и мой ум также занят в памятовании всего. И вот наш тело, ум и речь, они должны быть заняты в Харикатхе. Где же нам обрести такую возможность? И мы должны пытаться делать это также дома. Если кто-то говорит Харикатху Иштагоши, мы должны обсуждать какие-то сокровенные вещи. И вот мы, нам нужно собираться, совершать киртан, говорить то, что мы сегодня осознали. Другой преданный тоже должен говорить об этом, и тогда вы способность такую обретете. И вот сейчас Арджуна говорит, что хорошо для меня, я не могу понять, что делать, я не знаю, я в растерянности. И после такого долгого времени Арджуна говорит, и вот что же он говорит. И вот Арджуна говорит. И вот он обнаружил, что он находится в таком растерянном состоянии. Вот слово «карпанья», что значит? Что если человек очень богат, но ни копейки не тратит для служения Кришне. Кто-то очень ученый человек, и какие-то бедные люди не могут получить должного образования, почему бы не давать уроки им?
это Карпун называется. И говорится, что, и вот он говорит, о, Арджун, ты великий воин, и ты являешь такую слабость, это тоже Карпун. И то есть это значение этого слова меняется. И вот Шридас Госвами Пад говорит, что Арджуна очень могущественен, у него есть способность сражаться, но все же его сердце, он является слабостью в своем сердце. И вот это Карпанья Дос значит, что вы можете что-то делать, это хорошо, но вы не делаете этого. У вас, например, есть возможность совершать служение в храме, но вы не делаете это, тоже Карпун называется. И то, что у вас есть та сила, которая у вас есть, но вы не используете ее, это Карпуна называется. И Шридас Госвами Пад говорит, что то, что делает Кришна, это плохо, поскольку у него есть... Он может сражаться, но не сражается. Very nice. From all sastra, which I was taking, like honeybees, putting all and very nice. So karpan nadosa pahato salaha prichami tvam dharma sammuro chintaha jasreyaha sat nishitam vrihi tanme sisaste aham swadhimam tvam prahanyam. И вот Арджуна говорит перед Кришной, что мое сердце, оно полностью охвачено сомнением. Я не знаю, что делать, я в унынии. Я должен сражаться, но я не чувствую вдохновения. И это зовется... И вот он, в общем, сомневается, и свабава, то, что вот слово свабава значит, то есть свабава кшатриев – это сражаться. Если объяснить это слово, это долгое время займет, а кратко это как для чистых вайшнавов, их свабава, это вот слово сва значит также атма, то, что говорит атма, душа, это свабава. А если наша душа покрыта майей, то в этом случае, согласно варнашрама дхарме, какие обязанности нам выделены, как мы кшатри, например, мы должны исполнять свои обязанности и обусловленные души, находящиеся в, в этой варнашрама дхарме, их свабава, ну, то есть те обязанности, которым выделены кто-то брахман, например, он должен поклоняться, но должное значение внутреннее, если чистые вайшнавы, они... Но для применима к чистым вайшнавам, если вы осознали свою душу, если ваша чистая душа, атма, по милости гуру вайшнавов, она открылась вам, то какова же обязанность? Это служение Кришне. И это свабава, и поэтому Шрила Прабхупад сказал, что бхакти – это естественное состояние души, всех душ. Бхакти – это естественная функция всех душ, даже для Арджуны. Но сейчас мы не говорим об этой сокровенной философии, поскольку сейчас...
Поскольку миллионы людей, миллиарды людей живут на поверхности Земли, и у них есть какие-то личные корыстные желания, какие-то обязанности, хотя далеко не все они находятся в категории варнашамы, но все же они развились до какого-то уровня, и вот какие-то могут думать так, какие-то иначе. И вот согласно степени их осознания, они могут чувствовать что-то. Даже в Индии так много карма-йогов, например, гьяна-йогов, бхакти-йогов, у них различные даршаны, их видение карма-йоги, одно видят через карму, поскольку карма-тьяг, они не могут оставить карму, у них есть привязанность, и поэтому они совершают карма-йогу, и что они делают, плоды своих действий, они предлагают лотосным стопам Кришны и не ожидают ничего взамен, тогда карма-йога будет успешна. И поэтому говорится, если у вас есть ваш адхикара, право совершать карму, не заботьтесь о результатах этой кармы, как в этой шлоке говорится. Что такое хорошо для меня? Скажи. Что для меня несомненное благо, скажи мне, поскольку сейчас я думаю, что я твой ученик. Вот это Арджуна говорит, Свадхи, дай мне наставление, должное наставление. И сейчас я предан тебе, и вот это начало. В Гите, какое мистерия Бхагавад-гиты, какова? Это начало Бхагавад-гиты, вот с этого, с этой шлока. И когда Кришна заканчивает свои наставления вот этой шлокой. Это начало, а вот это конец, а вот это начало. И вот Шаранагати здесь. Описывается Шаранагати. Рамануджа Ачарья Прабхупада Дживанамрита и Шридас Госвамипад ее представил прекрасным образом, эту Прабхупада Дживанамрита, и мой Гуру Махарадж также. Он Гуру Махарадж, он говорил, что нужно купить эту книгу, изучать, и очень много мы узнаем полезного из нее. А это Шридхар Госвамипад, он написал эту книгу, точнее, вот Прабхупада Дживанамрита.
И смотрите, какая возвышенная душа, но все же Гуру Махарадж, он очень уважал эту книгу. И вот это начало Бхагавад-гиты. И вот изучать мы будем, если дальше мы обнаружим, каковы обязанности кшатрия. И всех остальных. И также из Упанишад, из Бхагавата мы находим такие шлоки также. И вот это начало гиты. В дальнейшем мы будем изучать более подробное, поскольку это основа баджана. И вот, а это именно начало. И вот сейчас я хочу затронуть другую тему, что если мы скажем, что Арджуна предался, то почему Арджуна так много вопросов задает? Если Арджуна предался по-настоящему, то если нам наш Гурудев говорит что-то, что нужно делать, мы должны делать, не спрашивая. Или командир в армии говорит что-то делать, мы должны делать это. Но Махарадж говорит, как в армии, если мы будем слушать командование, команду командира, то нас убьют спереди, если не будем слушать, то сзади расстреляют, то есть разницы особо нету. И вот Арджуна говорит, и вот в следующий день Махарадж будет говорить об этом. Бхё намо намаха. Карпанья доса апахато салаваха. Причвами твам дхарма сангмура четаха. Ячхео сват нисчитам. Брухи танме сисастехам. Свадхимам твам прапанням. Банча калпадарусике пасинду. Патитанан павне пуришна. Any question if you have, you can put. No? No question? Okay, because I am giving all answer, you should not have any question, but you must have some question.